Так, у нас лекция номер 10. Народ какой-то подошел. Слышно меня кто-нибудь? Скажите, пожалуйста. Да. Ну все, поехали. Значит, у нас такой план. На самом деле у меня было две лекции. Я их упаковал в эту одну. Поэтому, ну, поэтому, да, из-за этого файла немножко у меня сосканированы не по порядку, но там довольно легко разобраться. Первая часть – это лекция номер 10, это линии поглощения при локальном термодинамическом равновесии. Ну, я напомню, чем мы занимались на прошлых лекциях. Мы с вами пытались понять, как выглядит коэффициент поглощения в линии. Мы видели, что коэффициент поглощения в линиях очень, ну, кстати, надо его было бы показать. Вот, кстати, я хочу все вам как-то вот эти PDF-ки дать. Это PDF-ки всех лекций. Ну, никак не могу. Мне этот француз даже письмо не написал. Я ему хотел конкретно послать, чтобы ему легче было смотреть там. Я не уверен, что качество здесь будет хорошее, когда запись получается. Ну, доброе. Ну, во всяком случае, до экзаменов я вам их переправлю каким-то образом. Куда их, как их переправить, я подумаю. Да. Валерий Михайлович, а вы мне их по почте можете прислать просто? Могу, я пришлю, а ты распространишь, да? Угу. Хорошо, хорошо, Алиса. Давайте я вам... нет, даже мне не квантовая теория, а вот именно классическая теория в линиях, это лекция номер 8 была. Я напомню, как выглядит коэффициент поглощения, там что-то было скомканное немножко в конце лекции. Вот тут мы качественно с вами пытались понять, как реагирует теория осцилляторов на приходящую волну, теория Лоренца. И вот смотрите. Вот коэффициент поглощения, такой вот рисунок, можно сказать, на доске сделанный, это елки, куда же он делся? А, это та самая лекция, где у меня прыгают рисунки, да? Сейчас, 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 сейчас. Нет. Вот, вот. Это вот капа, наш объемный коэффициент поглощения, который входит в теорию переноса. Это вот дельта омега, частота от центра линии. И вот коэффициент поглощения, видите, колокообразный. Вот у нас центр, это у нас определяется, если нет доплеровских движений, он определяется естественной шириной, постоянное затухание осциллятора. Обратное время затухания, значит, и крылья лоренцовские. Но вот что я забыл еще вам сказать, но это следует из этих же наших определений коэффициента преломления. Если вы вернетесь к этой лекции, вы увидите, что величина n-1 меняется вблизи линии вот таким красивым образом. То есть обратная дисперсия возникает. Наверняка из оптики вы об этом знали. Ну вот. Собственно говоря, мы видим, что на самом деле, если показывать там естественную ширину уровней там, по сравнению с непрерывным спектром, ну, видимый спектр это несколько тысяч ангстрем ширина характерна. Несколько тысяч, а тут несколько сотых там, или тысячных долей. Ну, в общем, это совершенно разные масштабы. То есть линии при нормальных температурах, при нормальных условиях атомов, они очень тонкие, очень тонкие. И вот теперь мы должны с вами понять, как же форма линии поглощения зависит от, вот от этого коэффициента поглощения. Ну, я говорил, что для сравнительно тонких линий это просто симметричное зеркальное отображение относительно оси Y, X, извините, коэффициента поглощения. Там, где коэффициент поглощения растет, там падает в случае. Ну, вот это то, что называется Фраунгоферов спектр. Ну, давайте рассмотрим несколько приближенных решений.
Они, я повторяю, конечно, сейчас уже практически не актуальны, но поскольку мы получим некую аналитику, мы с вами пощупаем качественную зависимость и поймем, что происходит вообще в спектре на частотах близких к резонансным частотам осцилляторов или, если говорить квантовую механику, частотам перехода квантового перехода. Ну вот первая часть – это линии поглощения при ЛТР. Вы знаете, что мы уже с вами пользовались таким приближением. Вот потом мы в конце лекции вернемся вот сюда. Я буквально две странички. Это будет отказ от локального термодинамического равновесия. Но пока рассматриваем, вот смотрите, видите, тут просто так при сканировании получилось. Когда-то на отдельных листочках я писал. Итак, линии поглощения при локальном термодинамическом равновесии. Вообще, линии поглощения. Как их вообще строить? Ну вот, одно обстоятельство помогает немножко как бы разделять эту задачу. Задачу о непрерывном спектре и задачу о спектральной линии. Почему? Потому что мы видим и знаем из оценок, которые мы получали на прошлых лекциях, что коэффициент поглощения в линии в миллионы раз может превышать коэффициент поглощения в непрерывном спектре на той же примерно частоте. Линия очень тонкая. Отступите вправо-влево, и вы попадаете в непрерывный спектр, где коэффициент поглощения резко падает. Это означает, что на первых этапах зоны формирования и ответственность формирования разных непрерывного спектра и линейчатого разносили между собой. Этим связано с тем, вот этим гигантским отличием в коэффициенте поглощения и узости линии, мы можем ввести два коэффициента поглощения. Вот коэффициент сигма ню, это коэффициент поглощения в линии, хотя тут и сигма написано, похоже на сечение, я вас прошу запомнить, в этой лекции это есть объемный коэффициент поглощения в линии. Ну вот чуть попозже, сейчас станет ясно. Значит, мы вводим коэффициент поглощения в линии, обозначим его сигма ню, а вот коэффициент поглощения в непрерывном спектре, который фактически рядышком на этой же частоте, мы обозначим по-прежнему, будем обозначать капа ню. Эпсилон ню – коэффициент излучения в линии. Эпсилон ню с нуликом – это коэффициент поглощения в непрерывном спектре. Вот искусственный разрыв. В природе просто есть коэффициент поглощения. Но вот это отличие на несколько порядков в ширине спектра, в градиентах, в коэффициенте поглощения позволяет нам как бы разделить это. Это успешно работает реально для звезд, у которых достаточно тонкие линии. Конечно, если вы видите полосы какие-то, колонки звезды, или расширяющиеся оболочки, где накладываются линии, там уже это сложнее сделать. Попытаемся написать такое уравнение. Ну вот, по-прежнему будем считать, что область, где формируются линии, линейчатый спектр, эта область достаточно маленькая по глубине, и, соответственно, здесь нет кривизны поверхности звезды, то есть мы будем рассматривать плоское уравнение переноса на плоскости. Вот граница, это горизонтальный слой звезды, это направление под углом тета к перпендикуляру, какое-то произвольное направление. Вдоль этого направления пишем уравнение переноса. Вот видите. Стандартное. Что тут? Тут, собственно, видите, я разбил коэффициенты поглощения на линейчатую часть и на наш стандартный непрерывный коэффициент поглощения. Вот. И также коэффициенты излучения разбиты на две части. Хорошо, пойдем дальше. Во-первых, конечно, если я хочу для непрерывного спектра, понятно, там, где коэффициент поглощения больше по величине, это должны быть более разреженные места. То есть это вот отсюда понятно, что линии формируются выше, чем непрерывный спектр.
Хотя в реальности эти области, конечно, на самом деле могут быть смешаны. Но пока мы считаем, что из-за того, что процент поглощения резко растет, то эти слои немножко разделены могут быть. Но самое главное – это условия локального термодинамического равновесия. Поскольку непрерывный спектр формируется в более глубоких слоях звезды, где излучение более изотропизировано, там, конечно, может быть применено условие локального термодинамического равновесия. То есть связь между коэффициентом поглощения эпсилон ню, вот он, видите, с нуликом, и коэффициентом поглощения объемным, такая же, как при законе Кирвоха. Вот мы написали. Другое дело про коэффициент излучения. Смотрите, конечно, здесь уже это как-то не так легко написать. Мы увидим, что, вообще говоря, линии формируются более разряженных. И это понятно, потому что сигма ню намного больше, чем капа ню. Но, тем не менее, вот такое грубое первое приближение мы сейчас делаем. Это и называется линии поглощения при условии локального термодинамического равновесия. То есть у нас уравнение... Нет второго уравнения, нет условий лучистого равновесия, нет функции источника. У нас одна функция – это интенсивность, а коэффициент излучения, он связан с коэффициентом поглощения законом Кирвоха. Смотрим. Как только мы записали локальное термодинамическое равновесие, сразу коэффициент поглощения суммарно выносится, и тут возникает вот такая вот разница. И далее перейдем к оптической толщине. Давайте мы полную оптическую толщину, T, ню обозначенную, это будет сумма коэффициента поглощения в непрерывном спектре, в линии в непрерывном спектре, это полный коэффициент поглощения, оптическая толща. Ну и, соответственно, как только мы это применим, видите, в этом уравнении здесь сумма входит, мы ее делим сюда, на левую часть, на эту сумму коэффициентов, и получаем сразу упрощение такое, что переходим в пространство оптических глубин, избавляемся расстояния. И здесь получаем вот уравнение. Ну, а если здесь это реализовать, то вот ответ будет понятно. Какая-то задача о плоском слое. Вот она здесь записана. Ведем интенсивность спектра. Вот если это полная интенсивность, видите, тут оптическая толщина полная входит. Но давайте введем интенсивность спектра в непрерывном спектре рядышком. Ну, я повторяю, это настолько близко, что фактически частота одна и та же. Я тут просто пишу нолик. Вот такой была бы интенсивность в данном месте, если бы не было в данном месте линии. Это место очень близко по частоте. Ну и, соответственно, для непрерывного спектра вот справедливо такое же решение задачи о плоском слое, переменной температуры, естественно, видите, T и оптическая тау тоже зависят. Да, и здесь входит уже оптическая глубина в непрерывном спектре. Вот такое отличие. Ведем понятие. Как описывается спектр в астрофизике? Наверняка вы уже это знаете, но я повторю вам. Для характеристики спектральной линии люди вводят некую безразмерную функцию, которая показывает, вот она здесь, безразмерная функция R ню, давайте это R я буду писать. К сожалению, иногда я путаю, что тут расстояние, а вот это есть R, R с индексом ню. Это не расстояние, это есть как раз безразмерный профиль линии, характеристический профиль. Смотрите, это есть интенсивность в линии, деленная на интенсивность в непрерывном спектре. Ну, вначале мы будем говорить о линиях поглощения, поэтому вернее будет меньше единицы. У большинства звезд в оптической области мы видим звезд главной последовательности, особенно если нет там каких-то оболочек или горячих источников каких-то рядом, то это, как правило, линии поглощения и огню. В этом определении, очевидно, всегда меньше единицы для линий поглощения. Но в
это определение справедливо в любом случае. Но если вы видите интенсивность, тогда вы имеете профиль линии в зависимости от угла, под которым наблюдателю. Ну или, грубо говоря, если это Солнце, то это профиль линии на краю, это тета равное пи пополам, а профиль линии в центре, это тета равное нулю. Вот, это по интенсивности. Когда вы интенсивность не видите, а видите только интегральный поток от всей звезды, большинство звезд мы видим потоки, тогда применяют просто профиль по потоку. И здесь вводится важнейшая величина, потому что профиль, оказывается, да, он очень важен, очень важен. В нем содержится какая-то информация. Но оказывается, что для определенных задач более важной величиной оказывается так называемая эквивалентная ширина линии. Профиль – это величина локальная в частоте, а эквивалентная ширина – это величина интегральная. Она, естественно, уже потеряна часть информации, но зато оказывается многие характеристики профиля линий и спектральных линий и физические характеристики вещества в атмосфере, они определяются эквивалентной шириной. Да ее и мерить, измерять иногда проще, потому что профиль – это функция, а тут будет число для каждой линии. Значит, смотрите, что такое эквивалентная ширина. Вот это геометрический и физический смысл в одном месте. Значит, вот представим себе спектр. Непрерывный спектр проходит слева и справа. На масштабе линии он не меняется, поэтому он совершенно плоский. Здесь эта линия прямая, просто горизонтальная, это непрерывный спектр. С огромной астрономической точностью он константа. Вот он, f не 0. Так вот, фактически, вот этот физически вот что происходит. Давайте вычислим количество энергии, которое поглощается внутри линии из непрерывного света. Вот f не 0, я беру, домножаю на W, это вот тут надо было тождество написать, третью линию. Вы видите, что это интеграл вот этой кривой. А W после деления на f не 0, это константа есть. Вы можете разделить просто левую и правую часть. И тогда вы получите, что эквивалентная ширина, это количество, это ширина такого прямоугольника, площадь которого равна площади, заключенной между непрерывным спектром и линией. Это геометрическая интерпретация, а физическая – это количество энергии, поглощенной в линии, но в относительных единицах, видите, деленное на f не 0. Ну, вот если разделить левую и правую часть на интенсивность, вот f не 0, вот эта интенсивность, константа, если вы разделите, то получите, это будет интеграл, единица, вот это в единичку превратится. А здесь будет r не 0, профиль линии. Значит, интеграл по безразмерному профилю линии по длине. Размерность, естественно, в данном случае f ню, ну, это W ню, можно сказать, потому что он определяется в частоты. Но переходом к длинным волн можно ее астрономы, оптические астрономы обычно измеряют в длинных волн. Ну, сейчас будет видно, как это делать. Ну, давайте теперь поищем эквивалентную ширину линии вот в этой модели, и особенно профиль линии посмотрим в модели локального термодинамического равновесия. Ну, вот те интегралы выписаны, взять их не так просто, чтобы взять, нужна какая-то модель атмосферы и так далее. То есть зависимость температуры от оптической глубины, мы несколько из них рассмотрим. Вот в лекции, прилегающей к данным вопросам. Поступим следующим образом. То есть мы будем считать, да, у нас есть локальное термодинамическое равновесие, но я не хочу сейчас подставлять сюда какую-то модель атмосферы, то есть зависимость температуры от оптической глубины, я просто разложу в ряд Тейлора
функцию Планка относительно температуры Т0. Ну, это вот граница, допустим, непрерывного спектра. Там, где тау равно нулю. Давайте посмотрим. Значит, представим себе в виде, как мы уже такое делали для непрерывного спектра. Вот я опишу опять. Тау у него это оптическая глубина в непрерывном спектре. Эта формула полностью, предположение идентична. Вот. А полная оптическая глубина, мы ее записываем вот в таком виде. Очевидно, это сумма коэффициентов поглощения. Ну и подставляя сюда тау ню, вы получите, что на самом деле, вынося за скобку, здесь будет сигма ню, деленное на капа. Вот связь Т ню и тау ню. Отсюда я получаю вот такое простое соотношение, что функцию Планка, которую я разлагаю по температуре, по оптической глубине в ряд Тейлора, сохраняя только первый член, то бета ню это производная от функции Планка, db ню по dt, по детал. Но на самом деле в данном случае по dt. И да, что дальше? Дальше подставляем в интеграл. В решение задачи о плоском слое. Вот он. Ну вот сюда, например, здесь это непрерывный спектр, а вот полный сюда подставляем. В интеграл номер это какой? 4. Формула номер 4. Наша стандартная задача о плоском слое, об спектре плоского слоя. В результате появляется у нас возможность взять интеграл аналитический, потому что произведение линейной функции экспонента берется. И вы получаете вот такой ответ. Вот уже сразу для профиля линии. Посмотрите. Единица на R ню, единица плюс бета ню. Бета ню это есть изменение функции Планка с глубиной. ДБ производная в точке с температурой Т0 на границе этого слоя. И помножить на вот такую комбинацию, здесь дробнолинейная функция, значит, косинус Т это по интенсивности, если я вижу диск звезды, то я вижу, как меняется профиль линии, сейчас мы об этом поговорим, но, а если я не вижу диска звезды, то я могу проинтегрировать по всем углам, и тогда эта формула получается вот так. Тоже это можно аналитически проинтегрировать. Ну, замечательно. Давайте посмотрим на обе эти формулы. Но, во-первых, здесь видно следующая вещь, что если бы эти плоские слои были бы изотермическими, то есть температура у них не менялась, то коэффициент бета ню равнялся бы нулю, и никакой бы линии не было. Это правильно, мы с вами видели, что изотермический бесконечно глубокий слой, он всегда, а тут уже проинтегрировано по глубине, значит, этот слой всегда имеет чернотемный спектр, поэтому там линии не должно быть. Значит, наше качественное решение правильное в этой части. Но это первая мораль. Вторая мораль. Ну, давайте, чтобы я не ошибся. Угу. Да. Давайте еще раз посмотрим сюда. Я тут забываю последовательность. Сейчас я вспомню. Вот посмотрим на эти две формулы. Ну, любая, это и это. Пусть вот это фиксированное пока будет. Какое-то, неважно. Тогда мои слова будут одинаково звучать для двух формул. Вот в этих формулах какая величина сильнее всего зависит от ню? Очевидно, если мы ее найдем от частоты, то она и будет определять профиль линии, правильно? Но очевидно, что капа средняя, это вообще усредненная величина по глубине, помните, мы вводили такую величину. Капа ню реально, это коэффициент поглощения в непрерывном спектре, он почти не меняется, да он просто даже не меняется. Но вот какая величина, вот сигма ню на расстоянии нескольких буквально там ангстрем, пожалуйста, эта величина меняется очень сильно, потому что мы попадаем в резонанс в теории осцилляторов, в собственную частоту или в квантовых
для квантовых. Квантовая теория — это просто означает, что вы попадаете на переход между двумя уровнями в самом центре. Сигма не очень быстро затухает, если ню уходит от центра линии, понимаете? Значит, фактически мы видим, что профиль линии, безразмерный профиль линии, что здесь, вот для интенсивности и для потоков, определяются вот этим коэффициентом сигма. Вот. Ну и главный вопрос, смотри, возникает. Если взять, если мы еще учтем, что сигма ню вблизи центра линии много больше, чем капа ню, то и можно пренебречь, то легко видеть, что здесь очень быстро профиль линии вам покажет просто как бы обратный профиль, ну, то есть это перевернутая функция коэффициента поглощения. Это то, что я вам и говорил, да, что коэффициент поглощения, что профиль линии, это он отображает коэффициент поглощения. Вот. Но главный вопрос, на который удается ответить с помощью вот этого приближенного решения. Всегда ли у звезды есть, всегда ли у звезды линии поглощения видны? Линии поглощения, вернее, в каком случае у вас есть линии поглощения, а в каком случае есть линии излучения. Вот мы видим, что если у вас температура не меняется, то линии поглощения бета ню равно нулю, и температура равняется константе. А если, допустим, смотрите, линии поглощения формируются в более холодном слое, температура растет к непрерывному спектру вверх, то бета ню, то бета ню, значит, смотрите, сигма ню, когда сигма ню растет, видите, когда сигма ню растет, числитель уменьшается, но это происходит только если бета ню больше нуля. Если бы температура внутрь, наоборот, уменьшалась, то есть бета ню было бы, это же dB, это производная функция Планка по детау, которой можно написать dB ню по dt на dt по детау. Если температура внутрь бы падала, коэффициент был бы отрицательным, то вы видели бы линии эмиссионные сигма ню. Видите, вот тут был бы минус, и линия бы, наоборот, бы была, поднималась бы вверх. А в обратном случае линия поглощения, возникала бы линия поглощения, если бы бета ню было больше нуля. То есть получается вот такая вещь, ребята. Значит, у большинства звезд главной последовательности линии, которые формируются в оптическом спектре, они формируются в области, где температура падает наружу и растет внутрь. И тогда понятно, почему мы видим линии поглощения, а не эмиссию. Потому что из непрерывного спектра, из горячей области поднимается кверху непрерывный спектр, а более холодный верхний слой выедает в этом непрерывном спектре энергию, сам он излучает меньше гораздо, потому что он более холодный. И тогда у вас появляются линии, так называемые фраунгоферовые, или линии абсорбционные, или линии поглощения. И три названия в астрономии есть. Они все более-менее используются. Ну, линии поглощения, как абсорбция, не всегда, но абсорбция или линии поглощения. Фраунгоферов – это честь Фраунгофера, который впервые открыл линии поглощения. Ну, хорошо. Итак, приблизительная, качественная теория, которую мы здесь развили, позволила нам понять генезис формирования линий поглощения и вообще спектральных линий. Мы выяснили основные свойства. Но свойства, кстати, еще одно важное, когда тета стремится к пи пополам, линии поглощения тоже ищет.
линии спектральные исчезают. Ну, это очевидно, они исчезают в этом случае, потому что мы видели, что в этом случае оптическая толща набирается на... Ну, это из задачи плоского слоя, уж поскольку мы предположили локальное термодинамическое равновесие, то когда вы смотрите под большим углом на плоскость, то вы рано или поздно фактически переходите к задаче об изотермической бесконечно глубокой стенке, а там линии не должно быть спектральной. Вот они и исчезают, вот это пи пополам. То есть сразу эта теория предсказывает такие довольно интересные вещи для спектра. Глядя на край Солнца, вы должны видеть линии более мелкими, менее выраженными, чем глядя по центру. Это равно. Ну хорошо, пойдем дальше. Ну вот тут я об этом говорю, что это равно типа пола. Ну вот, собственно, вся теория локального термодинамического равновесия, она позволяет нам в каких случаях мы видим линии поглощения, а в каких случаях мы видим линии излучения. Давайте, не уходя отсюда, я задам вопрос такой дополнительный. Ну, я задам там пустоту, если кто может ответить, а так я буду объяснять вам. Хорошо, а вот если вас я спрошу, в спектре Солнца, все-таки самые яркие линии, это линии, какие линии в спектре Солнца самые яркие? Ну, обычно говорят аши как кальций. Это дуплет кальция и так далее. Но это в видимой области. А вот если взять весь спектр, знаете, какие самые яркие линии в спектре Солнца? Кто-нибудь может ответить? Ну, братцы, вас не так много. Ну, сейчас я спрошу. Вот Парфенов Кирилл, интересно, он на кухне убежал, яичницу жарит или слушает. Парфенов Кирилл, можете это? Да, я здесь. Ну, какая, по-вашему, самая яркая линия в спектре? Какая-то линия металла. Металла. Неправильно. Вот этот вопрос с подковыкой такой. Ну, я его люблю задавать экзамене, когда пытаюсь выбрать между четверкой и пятеркой. Еще кто может ответить? Вот, говорит, линия металла. Металла. А почему металл, кстати? Не спросили даже. Ну, именно металл. Куда это? По ветре идет. Ну, не хотят их отвечать. Влад, кто полез? О, знакомая фамилия. Ну-ка, скажи, пожалуйста. Как ты думаешь, какая самая яркая линия в спектре Солнца? Алло. Да-да. Ну, что связано с водородом. С водородом? А почему с водородом? Как это с чем связано? Вообще, вот давайте, тот же вопрос, мы не на экзамене, просто я пытаюсь, как бы, чтобы предварительно, чтобы вы запомнили эту часть лекции, ее удобно в виде вопроса-ответа решить. Смотрите, ну да, водород самый распространенный элемент во Вселенной, 70% водорода, вы слыхали об этом, он весь космологического происхождения практически. Вот. Но тот же вопрос вот в чем, что если вы посмотрите на спектры звезд, вот, которые мы дальше начнем
интерпретировать уже. Вообще наша сверхзадача понять, из чего состоят звезды. Их, ну, как бы алхимия, даже не алхимия, а химизм звезд. И когда мы смотрим на спектры звезд главной последовательности, а я вам приведу такую табличку, да и вы видели много раз, что когда вы идете там по спектральным классам, они ужасно отличаются друг от друга. Кардинально просто. Вот. Собственно, линии водорода начинают выпирать только у звезд там, А0 где-то вот такого спектрального класса. Да и что такое спектральный класс? Это первое время было непонятно, вот, когда открыли спектральный класс, было непонятно, то ли у них действительно химические элементы из разных химсоставов. Так вот, главный пафос нам как раз это состоит в последних вот этих лекциях, которые мы в этом семестре изучаем. Это понять, из-за чего звезды разные, то есть почему спектры звезд так отличаются. И на самом деле понять, отличаются ли они также катастрофически и по химическому составу. Ну вот, надо помнить, здесь один из ответов на этот вопрос. Ответ не такой простой. Будет посвящена специальная лекция, Но никогда не надо забывать, что здесь всегда подвох в том, что когда люди спрашивают про спектры звезд, говорят, то, как правило, имеют в виду видимой области. Линейчатый спектр звезд в видимой области спектра. Вот на Солнце есть такое заблуждение, что спектры всех звезд главной последовательности – это спектры линий поглощения. Это неправильно. Это неправильно. У Солнца наиболее яркими являются линии излучения эмиссионные. И вот эта формула, я с нее не связаю, она вам и как раз показывает, почему это происходит. Дело в том, что самые яркие линии не видны в оптическом спектре. Они видны в ультрафиолетовом части спектра, невидимой, которая вообще-то плохо проходит через атмосферу, сильно поглощается, и так реально используется на космических аппаратах, особенно дальний ультрафиолет, ближний, да и любой. Вот. И спектр Солнца, и действительно там оказываются самыми яркими линии водорода. Но они лежат в ультрафиолете, они связаны с переходами на первый уровень, со второго, третьего, четвертого. Так вот, в этом месте, это что Ушакова Марина хотела сказать, что она вошла или вышла? У меня выкинули, что интернет плохой. И обратно ты бросилась обратно, да? Да. Ну, хорошо. Так вот, на самом деле, еще раз, линии поглощения и линии излучения, когда мы говорим, карта так и вела, что в видимой области мы видим линии, которые формируются в той части атмосферы Солнца, в которой температура наружу падает. Но вы знаете, например, что у Солнца наружу температура может и расти, и более того растет, там в короне вообще 1 000 000 градусов, но мы знаем, что в хромосфере, такой атмосфере Солнца, у вас температура, наоборот, растет вверх, и бета не меняет знак. А как только она меняет знак, то линия становится эмиссионной. Так вот, Лайман альфа, Лайман бета, Лайман гамма, это самые яркие линии Солнца, они все эмиссионные. А почему они формируются в разных областях? Да потому что коэффициент поглощения Лайман-Альфа гораздо больше, чем Лайман-Бета. Мы позже будем об этом говорить. Значит, вопрос о том, почему мы у звезд видим линии поглощения у большинства, надо всегда помнить, что это только видимые области спектра. А, да, бывают звезды, где везде это в видимой области спектра, и в невидимой тоже такое может быть, но у звезд там типа Солнца, вот таких, даже А0, нет, ну А0, и даже А0, они могут быть и уже. В общем, там, где наблюдается знак перемены с бета-ню, линии вы можете видеть как эмиссионные, так и абсорбционные.
Более того, если вы, не дай бог, залезете в область, где температура, вот я нарисую сейчас на экране, смотрите. Нет, как здорово, что можно рисовать. Я и забыл об этом. Люди добрые, куда это нужно? А, ну вот. Ну, нарисую, ладно, испорчу вам трансляцию. Да. Смотрите. Ctrl-Z тут можно? Да, можно. Вот, слушайте, как я надо, давно уже этим подзаняться. Вот смотрите. Вот я нарисую график изменения. Сейчас. Не привык я еще рисовать. Ну, короче, вот это у нас. Пусть это неинтересно. Но она не хочет. Ну, хорошо. Вот это радиус. А вот это температура. Так, что-то видно, не знаю. Так вот, если температура у звезд типа Солнца вот так меняется вблизи атмосферы. Вот здесь формируются бальмеровские линии. И вообще большинство линий видимого спектра. А вот здесь формируются лаймановские линии. И они все, то есть здесь бета ню меньше нуля, и они все эмиссионные. Ну, так что вот вопрос, да, но если вот по каким-то, если константы как-то так совпадут где-то, или такое строение звезды, вы можете попасть в эту область. И здесь, конечно, вы заранее, бета-ню, если меняет знак, но надо решать уравнение переноса, кто больше вклад сделает, эта часть, это, то есть результат заранее не предсказуем, понимаете? Аристарх, часовник. Скажи, пожалуйста, понятно, что я сказал или нет? Ну да, да. Понятно, да? Теперь вас не будет смущать вопрос о том, почему там линии поглощения, линии излучения. Во-первых, они не всегда линии поглощения, даже у звезд типа Солнца. Всегда надо добавлять видимые области. А почему именно видимые, а не в ультрафиолете это происходит, это станет ясно на следующих лекциях. Это уже второй вопрос, который на экзамене никто не отвечает, это вопрос о том, а почему в Солнце, допустим, линии АШК кальция ярче, чем линии бальмеровской сферы, хотя Солнце не из кальция состоит, это точно. Конечно, хорошо, если бы из кальция, для костей полезно, но оно состоит из водорода. Ладно, пойдем дальше. Ну вот эта часть лекции научила нас качественным вещам. Конечно, очень приближенно, видите, вот тут один из выводов, линии исчезают, когда вы смотрите на край звезды. Ну, они пытаются исчезнуть. Потом, так сказать, эмиссионы или там абсорбционный характер линии полностью определяется вот этим коэффициентом бета, вот этой историей, вот этим интегралом, который здесь. Но тоже в первом приближении, потому что в каких-то таких областях очень переходных, там уже вы не можете так просто ответить на этот вопрос качественно. Если у вас бета не меняется по ходу решения уравнения, как мне обратно вернуть? Как мне обратно вернуть? А, вот. Я не могу обратно вернуть уже, да? Я мышку хочу вернуть, чтобы я... Нет, не могу. А, наверху надо нажать вот на стрелочку. Вверху, Отлично. Все, поехали дальше. Вторая часть лекции, это как раз вторая лекция. Видите, я две лекции эти сложил воедино. Но я так думаю, что у вас на экзамене будет два разных билета. Вот по первой части это вот линии поглощения при локальном термодинамическом равновесии. А вторая часть, она уже посвящена, что же делать? Ну, ЛТР, там для непрерывного спектра куда еще не шло, потому что непрерывный спектр, там коэффициент поглощения маленький. Это означает, что он формируется на более глубоких геометрических глубинах, геометрических, где у вас более все термализовано в больших плотностях, где излучение еще
непрерывного спектра идет более-менее изотропно. Когда же вы поднимаетесь в атмосферу, а вы неизбежно поднимаетесь в атмосферу, подходя к линии, потому что растет вот эта величина резко, сигма-ню. А это означает, что... А вы не можете заглянуть даже в линии, на Тау много больше единицы. Значит, вы поднимаетесь вверх, и если там температура растет, на самом деле линии становятся, переворачиваются, во-первых, в общем, вот такие вот вещи. Но там, в вышине, уже ЛТР совсем не работает. Ну, хотя бы уже потому, что непрерывный спектр идет с одной стороны, он здесь вообще идет в непрерывном спектре, никакого поглощения нет, у вас поток идет с одной стороны. То есть вы находитесь в резкой, анизотропной ситуации, тут до равновесия как бы еще совсем далеко становится. Поэтому люди задумались на тему, нельзя ли отказаться от локального термодинамического равновесия. Ну вот, об этом сейчас я и поговорю. Это вот такая вставочка. Это отдельная лекция, ее можно назвать лекция 10А, можете назвать. А может, ну, отдельный билет будет на эту тему. Почему это важно? Потому что все будущие лекции, которых мы попытаемся объяснить, почему спектры звезд разные, почему разные химические элементы там, выделяются в разных местах, которые чувствуют, что они слеплены из разного вещества. Вот мы должны опровергнуть это дело и объяснить, что природа едина, и химсостав меняется очень слабо. Это очень важно. Да, так вот, мы отказываемся от локального термодинамического равновесия, и рассмотрим, эта лекция будет называться половинка, приставка, скажем так, линии поглощения при когерентном рассеянии. Значит, если вы отказались от закона Кирхофа, то все равно вам чем-то, что-то нужно предположить. Я напомню, что это все методы разработаны еще в... Ну, это вот в начале прошлого века, в первый, там, 20-30 год, и фамилии тут будут, Шварцшильд, Шустер, это все фамилии, знаете, с первой там, четверти или третьей 20 века. Это так классическая теория, никаких там вычислительных средств не было, поэтому люди упрощали максимально. И вот одна из важных гипотез, которая применялась, а точнее их было две, вот я сейчас сначала скажу. Первая гипотеза о чистом рассеянии. Вот смотрите, что на самом деле мешает решить уравнение переноса. Ну, это присутствие многих величин. Смотрите, у вас по углу меняется, по частоте, по расстоянию, ну, по оптической глубине у вас уже три измерения, трехмерные уравнения. Значит, решение – это функция минимум трех и неизвестных. Минимум. А хоть бы решить простое дифференциальное уравнение, вы хотите как-то аналитику получить, не имея компьютера. Ну, поэтому нужно чем-то пренебречь. Да, мы не хотим ЛТР. Ладно, убрали. Но вот что можно сделать, подумали люди. Можно предположить, что на самом деле пренебречь обменом энергии между линией и... Между линиями. Вот смотрите, что такое линия? Линия – это резкое повышение коэффициента поглощения. Вот идет непрерывный спектр, который мы уже якобы знаем, да, практически, да, из предыдущих задач. Подходим к линии, резко меняется коэффициент поглощения. Тогда нужно воспользоваться этой резкостью. Воспользоваться. В каком смысле? Например, предположить, что фотоны, которые поглотились в данной линии, не перескакивают в соседние линии, например. Понятно, о чем я говорю? То есть вы пытаетесь сейчас упростить задачу, например, уйти от обмена энергии между поглощенными, между разными линиями. Тогда вы сузите диапазон вот этой оси. В пространстве частот вы можете сузить до минимума и пренебречь. Вот такое рассеяние, вот такая гипотеза о чистом рассеянии, чистое, это все количество энергии,
излучаемый элементарным объемом в данный момент времени, в точности равно количеству энергии, поглощенному внутри данной линии. Значит, да, я тут добавлю, в данной линии, все излучаемое в данной линии в точности равно. То есть у вас интеграл идет не от нуля до бесконечности по частоте, как в условии лучистого равновесия для спектра, а только по контуру данной линии. Понятно? То есть линии не обмениваются информацией. Это существенно упрощает. Но этого мало. В данном случае, вот сегодня, и лекция так и называется, линии поглощения при когерентном рассеянии. Есть еще более сильная гипотеза, которая позволяет избавиться от частоты, от слежения за частотой, от этого еще одного измерения, от пространства частот. Это гипотеза когерентного рассеяния. Значит, я сначала скажу, чем когерентное отличается от чистого, а потом я скажу, почему это все называется рассеянием. Смотрите, когерентное рассеяние, это когда энергия, поглощенная на данной частоте, излучается на той же самой частоте. Вот слово когерентное в этом случае понятно. Съел, атом съедает квант при каком-то переходе на какой-то частоте. Обратно он отдает на этой самой частоте. Понимаете? Значит, мы понимаем, что когерентное рассеяние – это более сильное утверждение, чем чистое рассеяние. Любое когерентное является чистым. Но чистое рассеяние не является когерентным. Гипотезы чистого рассеяния у вас все равно остается какой-то компактифицированный, очень маленький размер вот этой третьей координаты частотной. А для когерентного мы вообще уходим от частот. Условия лучистого равновесия в этом случае пишутся на данной частоте. И вы не, это сильно упрощаете. Таким образом, два великих решения или две великих модели атмосферы впервые были построены. Значит, Эддингтоном одна модель была построена, и Шварцшильдом Шустером вторая модель атмосферы. Значит, смотрите, в этих моделях каждый из этих людей, а людей здесь три, Шварцшильд и Шустер разные люди, да, но модель у них одна. В каждой модели, мало того, что они по-разному ставят модели, они еще решают каждый своим приближенным методом. Помните Шварцшильд и Шустер? Эддингтон решает приближение диффузионного уравнения переноса. Сегодня мы успеем рассмотреть модель Шварцшильда и Шустера. Эддингтон дает качественно такой же результат, но сейчас я покажу, как это делали Шварцшильд и Шустер. Итак, метод Шварцшильда и Шустера не путайте с моделью. Сейчас идет речь о модели атмосферы в рамках гипотезы о когерентном рассеянии. Но это частный случай чистого рассеяния. Самый простой случай. Как строится эта теория? Вот она, теория, вот она, условие лучистого равновесия. Смотрите, полная энергия, излученная данным объемом, единичная, она равна полной энергии, поглощенной со всех сторон на этой частоте. Видите, по частоте нет интегрирования. Ура, ура. Ладно, пойдем дальше. То есть переменная это осталось, а интегрального уравнения нет. Тогда уравнение переноса мы запишем вот в таком. Значит, в линии что происходит у нас? Вот, остается коэффициент поглощения в линии, он намного больше, чем коэффициент излучения поглощения в непрерывном спектре, он сейчас не важен, поэтому здесь сигма ню, а эпсилон ню – это вот величина, найденная из условий лучистого равновесия. Точно так же, как раньше, вводится оптическая глубина, но сюда входит только оптическая глубина, связанная с коэффициентом поглощения в линии. Ну вот я могу вам сказать, что фактически это означает. Давайте еще раз физически. Почему вот здесь вот
не стоит сумма сигма ню плюс капа ню. Фактически мы предполагаем, что непрерывный свет формируется где-то в глубине, приходит в атмосферу, в кавычках назовем это атмосферу, и там работает только поглощение. Видите, уже непрерывный спектр тут никак не участвует. Это значит, что мы геометрически предположили, что как у Земли, у звезд есть атмосфера, разделенная от тела звезды. Ну просто понятно, что здесь тело звезды, имеется в виду та зона, в которой оптическая глубина по непрерывному спектру, где формируется непрерывный спектр. Вот этот слой сверху, который находится, его называют не атмосферой, это модель атмосферы. Но модель но этот слой в этой модели, это идеализированная модель. Видите, мы разнесли зону формирования непрерывного спектра, намертво ушла вниз, никак не взаимодействует с зоной сверху. И вот эта зона верхняя называется обращающим слоем. Ну, я специально эти архаические понятия вам воспроизвожу, потому что часто еще до сих пор астрофизики пользуются этими словами, и во многих учебниках вы их можете встретить. Хотя в своей жизни я, честно говоря, занимаюсь релятивистской астрофизикой, теорией обращающего слоя особенно не стал. Ну вот, второе решение, кстати, Эдингтона, оно более такое жизненное, там эти слои не различают. Ну давайте посмотрим, потому что это тоже очень поучительное решение. Во-первых, оно будет аналитическое, и в нем кое-что будет интересно. Итак, модель Шварцшильда-Шустера. Это модель атмосферы. Для нее справедливо вот это уравнение. Видите, у нас он дан. Условия в этом случае пишутся вот таким образом. Смотрите. А что, вот эту как нужно убрать? Не так? А, ну давайте я обратно верну. Вот, все равно она не убирает. Ага, вот убрал. Итак, мы имеем, смотрите, Tnu – это оптическая глубина в линии, то есть это оптическая глубина в атмосфере. T – сигма ню на dF, да? А уравнение выглядит таким образом. Здесь я пишу функцию источника. Я не имею права здесь писать функцию Планка, потому что я отказался от локального термодинамического равновесия в этом обращающем слое. Но я имею уже два уравнения для определенности. К ним надо добавить граничные условия. Вот граничные условия. Смотрите. На верхней границе излучение уходит только наружу, а при этом больше степени пополам, то есть снаружи ничего не приходит. Вот оно, первое условие. Значит, и ню с верхней границы, t ню равна нулю, тау, и под углом t это, естественно, тут. Здесь при этом пополам и ню равно нулю. Это первое граничное условие. А второе на дне. На дне, знаете, если будет, то, наверное, вы уже не знаете. А в Тимбурге был очень большой писатель. Я думаю, писатель такого уровня в наше время звенел бы со всех сторон. Вот. Ну да, он увлекался, помогал революционерам, потом был сильно уже обвинялся, но был уже поздно, как говорится. Ну смотрите. Значит, на дне вот дно, это дно атмосферы, дно обращающего слоя. Я вот сейчас в этой модели Шварцшильда-Шустера атмосферу заменили обращающим слоем. И полная оптическая глубина этого слоя t ню 0. Мы его ввели, просто эту величину. Вот. И интенсивность на дне, смотрите, вот это, то есть у него там условие такое. Снизу идет непрерывный спектр. Вот это и есть непрерывный спектр. Он задан на дне. То есть и при тета пи пополам у нас вот такое грамм условие. Приходит такой спектр. Как решить эту систему? Да никак не решишь ее. Ее нужно решать каким-то приближенным. Но Шварцшильд и Шустер, конечно, будут
решать эту систему своим любимым методом, методом Шварцшильда Шульцера. Вот, как раз таким методом, которым атомные физики решали задачу о диффузии нейтронов в атомном реакторе, и не только в атомном реакторе, наверное, я думаю, в бомбе, методом вперед-назад они называли. Я помню, что такое метод. Вот тут и написано, смотрите. Применим метод Шварцшильда-Шустера. Метод – это просто математическая уловка. А метод состоит в следующем, что у вас. Сейчас я попробую здесь нарисовать. Я совсем забыл. Это рисовалка вот эта, да? О, хороша. Значит, я еще раз напомню. Диаграмма направленности, вот излучение идет, вот этот слой обращающий. Вот здесь вот идет непрерывный спектр какой-то, да? А вот здесь, в этом непрерывном спектре, у вас рождаются вот такие вот особенности. Ну, я вот эту особенность назову спектральной линией. Почему? Потому что этот слой более холодный, он излучает мало, и он выедает из этого спектра в этом месте спектральную линию. Ну, я тут нарисовал ее бесконечно широко. Ну, на самом деле она очень узенькая. Хотя вот в рентгеновской астрономии, сейчас сразу же замечу, линии поглощения, и там нельзя предполагать, что вне линии поглощения спектр не меняется. Вот всегда линии похожи на такую. Почему это? Кто-нибудь может ответить? Почему в оптической области линии поглощения можно считать очень тонкими, и вообще спектральные линии? И изменением непрерывного спектра может пренебречь. А вот в рентгеновской астрономии спектр нейтронной звезды, там видят линии железа иногда, там нельзя так предполагать. Это еще один такой дополнительный хороший вопрос. Я сам придумал эти вопросы. Значит, у кого-нибудь есть идеи, почему так происходит? Вот правда, кто занимается релятивистскими объектами, есть такие люди у нас? Ну там у Шатура или где-то там, я не знаю, рентгеновскими пульсарами или что-нибудь в этом роде, или нейтронными звездами. Есть тут такие люди? Но не стесняйтесь, скажите, пожалуйста. Ну, я не знаю, когда. А вот, Гараджанов, у вас микрофон включен, ну, скажите, подайте голос. Ушел на кухню, что ли? Алло. У него микрофон. А что это? У него наушники. Это наушники. Микрофон вообще. Вообще не будет говорить, да? Ладно. Ну, а кто это мне? Аристарх, что ты думаешь? Ты мне нужен просто собеседник, мне не нужен студент. Ребят. Аристарх. Просто с эффектом Доплера не может быть связано? Конечно, связано, да, связано, конечно. Ведь мы же из прошлой лекции, да позапрошлой, где мы Фраунгоферов спектр, помните, чем колотал определяется? Он определяется эффектом Доплера у звезд обычно. Вот у обычных звезд эффект Доплера, правильно говоришь? А эффект Доплера это что такое? Дельта лямбда. Лямбда. Ой. Дельта. Что такое? Как мне убрать? Смотрите. Не хочет. Ребята, вы знаете, как этот метод письма называется в русской истории, которым я сейчас рисую? Ну, быстро. Ребята, мои ребята, вот Влад и Аристарх, ну, скажем так, мастеровские ребята, они уже должны знать, что я имею в виду. Я им уже немножко надоел с этим. Смотрите, это я сейчас делаю, пишу чертами и резами, как наши предки. Сейчас я вот перечитывал слово полку Игореве, там есть знаменитая фраза, чтобы не растекаться мыслью по древу. Помните кто-нибудь, нет?
Так кто читал? Ну, никто из вас не читал, я знаю. Я его сам не читал никогда в школе. Я сейчас недавно прочел. Ну, причем в оригинале очень интересно читать. Итак, чертами и резами. Ну, есть такие сведения, что на Руси писали еще до Кирилла Мефодиевской. Ну, такими вот палочками. Так вот, есть интерпретация, что мыслью, там некоторые думали, что это какой-то мышью или белкой по древу, там, потому что там однородный ряд идет такие красивости, степи там орлом по небу, мысью по древу. Так мыслью, так и мыслью, а не мыслью. Никакой, как меня пытались многие остроумные люди. Я прочел, потому что через страницу пришло к Павлу Игореву, и это говорится там. Повторяется, мысли. И только один человек такой, его звали Егор Классен, 19 века, выдвинул гипотезу, что мыслью по древу это значит писать на этих самых, на деревянных дощечках. Понимаете? Ну, это одна из интерпретаций. Хорошо, я просто стал тут чертить. Эта штука, смотрите, чему равна. В, деленное на С. Это эффект Доплера. Значит, в нормальных звездах, они холодные, как собаки, ну, 10-20 тысяч градусов. Скорость В порядка, ну, максимум 10 километров в секунду. Это уже 5, так, скорее всего. Скорость света, да. А в релятивистских звездах В порядка С порядка одного, ребят. И поэтому в релятивистских звездах всегда вы будете видеть такую картину. Гениально, Аристарх? Аристарх? Ага. Ага, я этого нигде не читал. Мы с тобой это надо отвечать. Кому гениально? Значит, ну это шутка, конечно. Но тем не менее, это очевидное обстоятельство. Не все это понимают. Просто как бы на уровне студенчества, так сказать, КВН. Вот видите, дельта лямбда лямбда. Порядка единицы, когда В стремится к С. Это закон природы, ребята. Если вы посмотрите на спектр пульсара, там Геркулес X1, на циклотронную линию, у нее ширина, вот она выглядит вот таким образом. Пока она тут углублялась, тут она уже другая. Вот. Но, слава богу, мы пока занимаемся спектрами обычных звезд, и здесь такого нет. Как мне уйти отсюда? Я стираю мою голову. Черты и резы. Кстати, вы знаете, что этруски придумали римские буквы? А это вам ничего не напоминает? А? Люди. Это черты и резы. Ладно. Последнее. Вы кто компьютерами занимается, знаете такое язык, скрипт? Написать скрипт. Знаете, что такое? Вот такой англицизм. Ну, кто-нибудь? Ну, да, скрипт. знаем, конечно. Знаете, это русское слово исконное, скрипеть, по дереву, когда пишешь, скрипеть. Это от русского слова крепеть, скрипеть. Ну ладно, все, поехали дальше. И немножко я мыслью по древу растекся. Видите, а эта поговорка в русском языке приобрела обратный характер. Там он восхвалял некого баяна, а тут народ это все принизил. Народ наш очень пессимистичный, если мы критичим настроение. Мысли, видите? Как только человек начинает говорить налево-направо, ему говорят, не растекайся, иди обратно. Все, слушайся, повернулся, иду обратно. Итак, метод Шварцшильда Шустера. Что меня так далеко занесло, я не помню. А, ну да. Ну вот, линии у нас очень узенькие, тоненькие. Поэтому, собственно, и да, и спектр непрерывно не меняется на толщине линии. Ну и что мы делали? Я напомню, что делали и физики, и мы. Значит, они считали, что на некоторой глубине, да елки зеленые, что такое? Диаграмма направленности выглядит в виде двух кругов.
Ну ладно. Видите, это диаграмма интенсивности. Ну ладно, вот видите, интенсивность направо или это вперед, вперед, вперед. Ну хорошо, плюс. И, а это минус. А диаграмма налево, обе диаграммы изотропные, но разного радиуса. То есть вы имеете поток энергии слева направо или там сзади вперед, назад. С назаду наперед. Вот. Короче, я напомнил вам метод Шварцшильда-Шустера. И тогда интенсивность, видите, интенсивность, ну тут вверх имеется в виду, видите, например, так, вернусь обратно. Там здорово. Раньше не могли сказать, а я тут не знал, как рисовать. Это только вот в акробате такое есть, или это в этом экране есть? Ну, ладно. Хорошая вещь. А я специальный компьютер купил для рисования, но его подключать дольше, чем рисовать. Ну хорошо. Итак, то, что идет вперед, это один штрих, то, что идет назад, это два штриха. Смотрите. Это похоже на два уравнения. Вот. Здесь знак меняется, потому что косинус это меняет знак. И, соответственно, вот, видите, там. Ну и соответственно получаем систему двух дифференциальных уравнений. Складываем их и вычитаем. Вот если их, сейчас скажу, чего делать вначале. Вначале, если их если их просто сложить, то получится вот это уравнение. Тут производная от разности равна константе. И эта константа равна потоку. Можно их вычесть, тогда появится вот такая для интенсивности. Короче говоря, два уравнения, два неизвестных, две константы, вверху, внизу. Вот граничные условия подставляем. Очень важно. Ребята, смотрите. И ню два штриха. То есть равно нулю на дне. На дне у вас интенсивность, назад ничего не идет на дне. Или это не на дне? Нет, это наверху, извините. Из космоса ничего не приходит. И, следовательно, и ню штрих в одно и ню ноль. А это второе условие. Но на дне есть непрерывный спектр. Вот это дно, тэню равно тэню ноль. А это у нас, смотрите, может тут слегка даже выделять, читаю. Вот это условие на верхнем слое атмосферы, то, что снаружи ничего не падает. Отлично. Применяем, пишем здесь тэню 0, получаем c, получаем f. Ну, короче говоря, вот ответ. Функция источника. Ну, во-первых, fnew можем тут найти связь fnew и вот этих констант. А главное, вот функция источника в начале. Вот оно решение. Это и есть решение. Ну и также интенсивность можно найти здесь. Вот общий уровень. Это общее решение уравнения переноса. Сюда поставляете функцию источника. Находите интенсивность. Пока смотрим на функцию источника. А нет, пока смотрим вот на это соотношение. Вот замечательное соотношение. Значит, поток в линии, в спектральной линии определяется оптической толщиной в данном месте линии. Ню меняется от ню 0 до ню 0 плюс дельта ню. Ну, в общем, это вокруг линии, центра линии вот это меняется. А и ню 0 это, ну, средняя интенсивность приходящего вот этого вот условия, да, непрерывного спектра. На дне, который есть. Вот. Получаем интенсивность, и получая интенсивность, мы можем найти профиль. Ну, во-первых, поток можно померить. Смотрите, если профиль, давайте по потоку посмотрим. Поскольку для большого звезд мы видим только поток.
Давайте я его сюда выделю. Вот, мы с вами получили профиль задачи, вот этой простенькой задачи про формирование спектра в обращающем слое модели атмосферы. Это одна из первых моделей в истории человечества формирования спектральных линий. Мы получили профиль линии. Но вот в прошлой половине лекции, или, скажем, небольшой лекции, которую я прочел в этот первый час, мы видели, как происходит профиль линии формируется при локальном термодинамическом равновесии, а здесь вот в условиях когерентного рассеяния, напомню. Вот вы видите, по частоте мы вообще ничем не интересовались, и вот это условие когерентности избавило нас интегрировать по частоте. И мы видим, что профиль линии это есть обратное отражение, ну, не коэффициента поглощения, а оптической, полной оптической толщины этого слоя. И вот здесь начинаются вопросы. Ну понятно, что это приближенное решение, но до какой степени решение может быть приближенным? Вы помните, что когда-то французская академия ввела два запрета. Она не принимала, так сказать, работы, связанные или сообщения, связанные с тем, что камни падают с неба. Вот. И второе, что есть там вечные двигатели, которые противоречат закону сохранения энергии. Вот. От одного пришлось отказаться, конечно, камни таки падают с неба, и даже иногда железные, вот, булыжники. А вот закон сохранения энергии, тут не все хорошо в этой задаче. Вот интересная вещь такая, кстати, я вам хочу сказать. В следующем году будем живы, будем читать лекции по второй части, там вот в частности, в рамках теории стандартной модели действия аккреции, то есть тоже есть одно место очень хитрое. Не знаю, Шварценбе и Шустер подозревали или не подозревали, скорее всего подозревали об этом. Смотрите, о чем я толкую. Вот эта энергия фактически, это относительная часть энергии, поглощенная по глубине на частоте ню. Видите? Она определяется чем? Тау, Т, оптической глубиной. Оптическая глубина – это интеграл концентрации. Вот тут он записан, видите, в явном виде. Коэффициент поглощения на один атом. Это концентрация атомов, способных поглощать линии. Это полное количество атомов на луче зрения, помноженное, например, на коэффициент поглощения на данной частоте. На один атом оно не зависит от глубины. Потому что это физика, видите, поэтому здесь коню можно вынести. Вот, значит, давайте я сюда еще посмотрю. Ну, во-первых, что это означает? Это означает, что если вот столько поглощается, вернее, столько до нас энергии доходит, вот я напомню, профиль линии я вам рисовал. А, он там чуть пониже, я потом покажу. Давайте я... Сейчас его вот сюда покажу. О! Вот посмотрите. Представьте, что этот график нарисован по следам решения задачи о модели Шварценбе-Шустера. Мы выяснили, что вот эта часть, это есть единица на единица плюс Тню. Вот Тню ведет себя каким-то... Ну, Тню – это число атомов на луче зрения, на центр облучения на один атом, на сечение взаимодействия, да? Он как-то зависит от частоты. Он на самом деле вот так выглядит. Но поскольку он в знаменателе, вы получаете такой. Но эта энергия приходит к вам. Вот он профиль. Это профиль. А сколько же выедается энергии? Вот это как бы эквивалентная среда. Смотрите. А выедается вот сколько. Смотрите. Т ню плюс единица Т ню ноль. Эта часть как бы исчезает. Ну или говоря другими словами, она отражается обратно внутрь звезды, ребят. Возникает вопрос, что же это за модель, в которой исчезает энергия, а куда она исчезает? Она по определению из данной частоты исчезнуть не может, она просто выкидывается из задачи. Поэтому здесь
гипотеза чистого рассеяния, она не работает. И тогда я вас спрашиваю, а куда девается энергия звезды, излученная и поглощенная фраунгоферовыми линиями, линиями поглощения? Такой дополнительный вопрос часто бывает на лекции. Как вы думаете? Люди, есть какие-то идеи? Вы поняли, о чем я говорю? Вот эта часть энергии, ну она безразмерная, в единицах потока в непрерывном спектре, выходит наружу. То есть идет непрерывный спектр. Где он? Идет. Что я должен был нажать? Вот это, да? Идет непрерывный спектр. Потом из него обращающий слой вырывает какую-то часть энергии. Ну, дальше я не могу дорисовать. И дальше восстанавливается. Вот оно, и вот это есть. Да елки зеленые. Вот это есть и ноль. Вот. А вот это куда делось-то, ребята? Куда вот это что-то делось? Вот это какая-то черная дыра. Но поэтому, собственно, куда-то это отразилось. И поэтому этот слой назвали не атмосферой, а обращающим слоем. Обратили это излучение, куда-то обратилось в этой задаче. Ну, отразилось, обратилось, понимаете? Поэтому модель обращающий слой. В нем нет закона сохранения энергии, на самом деле. Это привело к тому, что, ребята, на самом деле эти линии поглощения, линии, полученные в данной задаче, решение этой задачи, всегда приводило к более глубоким, линиям, более резким и глубоким линиям. То есть вот, вот этот вот профиль Эвню, он оказывался, если взять наблюдаемые, он был, линии наблюдаемые были гораздо меньше. Во-первых, линии довольно шире и гораздо меньше. Почему? Да потому что в этой модели у вас для данных, вот это же у нас ось чего? Это же у нас ось частот, правильно? Вот это ню, пространство частот. И у вас квант света с этой частоты никуда не мог уйти. А в реальной природе что с ним происходит? Во-первых, он может уйти с этого крыла линии, вот в это место. Правильно? А может уйти из-за доплеровского эффекта. На самом деле это место это тут, а на самом деле оно может быть чуть подальше. Максвелловскому распределению двигается. Линия начинает расширяться и становится мельче. Видите? Вот. И есть еще более страшная вещь. Это вот, если говорить на это, такой вопрос, у меня был задачники, когда-то мы писали с Дмитрием Ильичем Мартыновым. Чудной задачник, это был, у него была скрещена астрономия середины века и астрономия конца 20-го или второй половины, потому что Дмитрий Яковлевич мне сказал, придумайте еще столько же задач, но опубликуем задачи. А у него задачи были в курсе общей астрофизики. Ну, это был классический, старый, все мы по нему. Очень такой хороший там учебник, без ошибок, аккуратный, толстый такая книга. Вот, он говорит, допишите современные задачи. Ну, да, получилось где-то 300 задач. 150 старых, там, про фотопластинки и про рентгеновский пульсар, всего одно, такой чудной сплав. Но, с другой стороны, смотрите, я к чему это вспомнил. Там есть такая задача, энергия, защищенная линия. Если эта линия, допустим, если мы отказываемся от гипотезы когерентного рассеяния, линия начинает проверяться, потому что мы будем за данную частоту, понимаете? И часть энергии может из центра перекочевать в крылья. И линия начинает становиться более мелкой.
Это первое. Но есть еще более страшная вещь. Не страшная, а если бы она внутри линии как-то диффундировала, это была бы модель атмосферы в рамках гипотезы о чистом рассеянии. И половина там, кандидатских диссертаций 20 века по этой теме была там в рамках гипотезы. Мы решали в рамках гипотезы за всю имя до задачи решена для 2345 списка. Каталоги, там яркие звезды, 20 тысяч спектральных линий, когда смотрели, вы увидите, для чего это все, я вот эту вот, кутерьмую, это все, это важнейшая вещь, так двигается наука, рассказываю не зря, потому что на основании вот этой науки люди получили информацию об истинном составе, об истинном, истинную картину химизма, химии Вселенной, из чего состоит видимое вещество. Теперь надо добавлять видимое, как невидимое. Но в принципе видимое мы сами сделаны из видимого, как говорится, да. Некоторые, правда, невидимы бывают часто на лекции. Ну ладно. Так вот, есть еще более страшная вещь. На самом деле эта энергия не только как-то по линии, она может вообще поглотиться вот на этой частоте, вы можете поглотить, да? Вот. А она может уйти вообще в непрерывный спектр. За счет чего? Ну, например, что такое поглощение? Вот мы говорим, гипотеза чистого рассеяния. Что это такое за атовизм? Какие-то застарелые термины. Какое рассеяние? У нас же идет поглощение в атоме. Это чистое поглощение. Какое? Ну, рассеяние в том смысле, что он поглотился, а потом излучил, но уже в случайном направлении. Понятно? Атому все равно куда излучать. Вот он излучил куда-то. Ну, это, так сказать, не такая гипотеза. Ну, и тогда получается процесс рассеяния. Но на самом деле рассеяния может не быть. Представьте себе, атом получил, поглотил энергию, и в этот момент пришел, подбежал второй атом, ударил его и снял эту энергию. Куда пошла энергия? Энергия ушла в тепло, кинетическую энергию столкнувшегося соседнего атома. А кинетическая энергия соседнего атома переходит в непрерывный спектр через излучение, понимаете? Так что энергия, конечно, везде сохраняется, но все вот эти процессы, которые в точном решении отказываются, то есть и в соседней линии, и соседней линии, и самое страшное, в холодных звездах возникает, где линии там колебательные, не очень широкие, они начинают вот так вот наползать друг на друга. И тогда уже понятие, из какой вот в данном месте, да, зря вот это, вот данное место, вообще непонятно, кем оно было поглощено. Из непрерывного спектра, из соседней линии, левой или правой, или какая-то тюрьма. Но все это приводит к расползанию линии. Да? Причем во многих случаях это расползание не приводит. Ну вот чистое, например, ударное снятие фотона, вот фотон поглотился и возбуждение снялось ударом, оно, конечно, приводит к исчезновению, ну, далеко из линии все это уходит. А вот, например, кидание фотонов с одного конца линии на другой, там, или в центр, оно не, в принципе, эквивалентную ширину не меняет. Ну, вот несколько рассуждений по поводу, или это мораль из этих вот, из этих всех вот. Ну, собственно говоря, вот это уже почти конец. Вот последняя формула, которую я уже на нее обращал внимание. Еще раз посмотрим на нее. Фактически это есть решение задачи об формировании спектра или о профиле линии в модели Шварцвальда-Шустера, модели атмосферы, обращающегося. Вот смотрите. Здесь стоит оптическая толща, есть колебание данного атома, правильно? То есть это физически, квантово-механически вычислимое сечение
поглощение взаимодействия и фотона. Оно не зависит. Чего будет от равновесия, там, ничего не зависит. Вот. Помножить на число таких атомов на луче зрения. Для вас мораль, главное, вот здесь должна состоять. Что профиль линии, обратите внимание, вот я сейчас ключевое заклинание вам произношу. Профиль линии. И это справедливо и для модели Эддингтона, которую я успел рассказать, а там примерно такой же ответ. И это показывает, что у вас профиль линии несет информацию о числе атомов, способных поглощать в данной линии на луче зрения. Если вы возьмете, я забегаю сильно вперед, если вы на следующую лекцию, если вы возьмете, допустим, серию Бальмера, да, и померите у каждого профиль линии, аж альфа, аж бета, аж гамма, аж дельта, то профиль линии каждой следующей линии будет определяться числом атомов, смотрите, на каждом уровне, с которого... Да что такое бальмеровская серия? Это когда у вас поглощается фотон со второго уровня и выше. Это называется мультиплет, да? И вот когда вы идете по этому мультиплету, вы можете восстановить населенность уровня, и следовательно по формуле Больцмана можете восстановить температуру в атмосфере. Вот вам и физика, это только одна из, тут и химия, сравнивая разные линии элементов, вы будете содержание атомов разных химических элементов. Ну это я как бы обрисовал перспективу, для чего я тут вам морочил голову. Все, если у вас нет вопросов. Есть вопросы, задайте, если можете. Значит, я, Аристарх, вышли эти лекции. Что, все сразу вышли? А, у меня пока всех нет. Ну, я вышел те, которые есть. У меня еще 10 лекций. И можете, кому особенно... Эта запись не очень. Я не знаю, какого качества эта запись, я ни разу не смотрел. Но PDF-ка это приятнее держать на компьютере, чем смотреть. Или там даже. Хорошо. Ну тогда до свидания, братцы. Слово братцы. Я долго думал, почему я повторяю братцы. Дело в том, что в наше время очень популярна была книга, когда мы растили своих детей маленьких. Это она книга не из нашего детства, а из детства наших детей. Это книга про Незнайку. Незнайка всегда к своим друзьям обращался братцы. Потом я узнал, что братцы, любимое слово было Суворова, когда он говорил, ребята, берем этот перевал, и называл, обращался к солдату братцы. Братцы, нам нужна победа. А сейчас я узнал, что именно так обращается великий певец. Слово о полкове Игорева своим слушателям. Братья, братья, братцы. Так что, братцы, до свидания. Лекция будет у Аристарха. Выключаемся. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Чао, какао. Этот закан, это все записывается, больше не записывается, да? Как это? Нет, пока запись есть, ее нужно поставить на паузу. Все, до свидания.